ПП-смузи из творога и банана. Всем привет, с вами Светлана Рада. Для приготовления нам понадобится 100 грамм банана, 100 грамм творога, изюма и молока. Нарезаем банан кружочками и прикладываем в чашу блендера. Добавляем изюм, наливаем молоко и добавляем творог. У меня 5%. Взбиваем в блендере. Все-таки нужно было поставить скорость помощнее, тогда получилось бы воздушнее. Переливаем и наслаждаемся нашим вкусным смузи. Как видите, все просто, быстро и самое главное – вкусно. Заходите еще!